Ализа, говори. Здравствуйте, дорогие дамы и господа, да благоволит к нам Господь. С вами Джон Клюкер и Бильбабас. И еще Каляйка. Каляйка, да, и Пикачу вам. Сейчас рубрика «Короткие вопросы и ответы». Сейчас первый вопрос Грибабасу. Грибабас, что ты будешь делать, если нападут на тебя хулиганы? Хулиганы? Ну, подумай, да, там. Или ты сразу знаешь ответ. Ну, у меня, например, с собой ножик. Это значит, 5-6, например, я достану нож. Там уже ко мне что, не знаю. Может, пугаются, может, они там не знают, короче, я. Вот. Ну, если такие большие, здоровые ребята. Вот. А если маленькие, то я с ними даже можно и подраться. А большие, то я вот это уж только с ножом, а больше никак. Будешь, короче, обороняться ножом, да? Да. Каляйка, а ты что будешь делать, если на тебя хулиганы нападут? Я убегу. А у тебя же есть еще этот свисток. Ну, да. Свистеть можно, да? На тебе дам свисток. Ой. Ну, посвисти, покажи, как можно отпугать хулигана. Так ты громче, громче. А вы мне будете задавать вопросы, что я буду делать с хулиганами? А ты что будешь делать с хулиганами? Ну вот, на, Камила, снимай, я покажу, что я буду делать с хулиганами. В общем, если когда нападут хулиганы, я применю старинную технику рода клюкеров дзиньцяо. Я встану так и сделаю так. И через несколько секунд хулиганы упадут на землю. Спасибо за внимание. Удачи. Пикачу, а ты что будешь делать, если хулиганы нападут? Вот скажи, так, я вот буду так, их плевать, плевать. Вот так, вот так. И вот так, пу-пу-пу-пу, плюй на них. Пикачу, скажи, нет, я им дам соску, пусть сосут. Бутылочку, дайте пососите. Да, Пикачу. Давайте сразу вот заодно с этим вопросом снимем обзор. Вот мы сейчас посылку открыли. Я попробовал, ну и ты попробовал. Ага. И они, главное, не сладкие, а какой-то вкус у них такой, знаете. Как вот ты, Каляйка, объяснишь этот вкус? Ну, как будто бы там, ну, что-то ореховое добавлено. Ореховое, а ты Грибабас? Вот типа того, что, да. Я же знаю, Грибабас, ты же повторюха-брюха. Ну, на когда вживаться, приходится же такое. А мне напомнило, что типа даже какой-то табачный какой-то вот вкус, не знаю почему. Ага. Ну, по-русски не написано. Как-то вот, ну, интересный такой специфический вкус. Ну-ка, а что там написано? По-русски не написано. Да. Ну, интересно то, что они не сладкие вообще. Тоже не сладкие. Ну все, до свидания, удачи. Пока. Пока.